Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте Мерседес. Ремонт передом. Итак, владелец разобрал перед машины, вытащил двигатель и установил новый капот и крылья. Установил машину на стапель. Давайте посмотрим, что мне надо сделать. Итак, мне нужно вытянуть лонжероны, потом поменять куски лонжеронов. Для этого у меня есть донорские куски. Ладно, начнем. Сначала я сниму капот, крылья, подвеску и подрамник. Делаю первое измерение. У меня есть оригинальные размеры. В описании есть ссылка, где можно купить их. Итак, сначала вытягиваю лонжероны. С левым лонжероном я закончил, теперь правый лонжерон.
Правый лонжерон тоже вытянут. Теперь удаляю поврежденный металл. Итак, поврежденный металл удален. Теперь я возьму нужные детали с этих донорских кусков. Отлично, теперь у меня есть детали для замены. На лонжеронах выравниваю места соединений и затем начну сварочные работы. Сварку начну с верхней части. Теперь ставлю лонжероны и свариваю их. И для этого я установил подрамник, а также установлю телевизор и балку бампера.
Итак, сварочные работы закончены. Теперь крашу лонжероны. Лонжероны покрашены и облиты антикором. Теперь устанавливаю детали переда. Моя работа закончена. Эта работа заняла 33 часа.
на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!